За счет открытой на днях линии по производству цемента на Карцементе планируется трудоустроить 115 человек. Еще около 170 рабочих мест будет создано при запуске таких предприятий, как Тимиртауский кирпич, Казарматура и Алау-Жалын. Около 300 человек будут трудоустроены за счет развития малого бизнеса. С начала года, по официальным данным, уже создано около 250 новых рабочих мест. При этом уже в ближайшее время этот показатель может вырасти. За 5 месяцев ожидается увеличение общего числа малых и средних предприятий на 338 единиц и составит 7150, рост на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Численность занятых в сфере малого и среднего бизнеса составит 24 845 человек, или рост на 7%.